рамках первосвятительского визита в Кубанскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл из Ейска в Краснодар, где посетил Кубанский государственный университет. На территории вуза будет построен храм в честь основателей славянской письменности равноапостольных Кирилла и Мефодия. На месте будущей церкви патриарх осветил закладной камень. Галина Ледвина продолжит тему. Новый храм для студентов и преподавателей будет возвышаться рядом с главным корпусом университета. О том, где именно, указывает поклонный крест. Теперь в основании храма заложили первый камень. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в университет, когда стемнело, и осветил закладной камень в присутствии студентов и преподавателей вуза. Господи Боже наш, изволивай на сем месте и на сем положенном, и во имя Твое благословенном камне основать себе церковь. Сам Твоя от Твоих Тебе приносящих, воздвижение к Твоему словословию создаваемого храма в честь и память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Идея построить храм на территории университета появилась еще в 90-х годах. Принадлежит она митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору. Проект был разработан по инициативе сотрудников и студентов вуза. К ним было обращено слово предстоятеля. Замечательно, что в 21 веке мы возвращаемся к нашим истокам. И как хорошо, что здесь, на Кубани, будет при университете существовать храм, посвященный тем двум людям, которые заложили основы всякому знанию. И я очень надеюсь, что очень многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения Богу. Его святейшество преподнес в дар общине храма икону Божией Матери. Библиотеке вуза передал собрание своих сочинений и поблагодарил ученый совет за теплый прием и за решение воздвигнуть храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на территории университета. Чтобы проникнуть в науку, нужно огромное напряжение воли, сил, ума, усидчивость, нужен подвиг. Подвиг нематериален, это духовное понятие, духовное явление. И чтобы человек был способен совершать большой или маленький подвиг, он должен быть силен духом, а дух от Бога. Мы должны чувствовать присутствие Бога в нашей жизни. А происходит это только тогда, когда мы молимся. И когда мы с верой к Господу обращаемся. Тогда в ответ на нашу веру и на нашу молитву Господь дает нам просимое. Патриарх посадил рядом с будущим храмом первое дерево. Это дуб, символ Кубанского университета. У храма уже есть настоятель, а для украшения церкви есть первые иконы, которые написали студенты. Церковь в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будет выполнена в древнерусском стиле с одним куполом. Ее построят исключительно на народные пожертвования.